Красивый, просторный, светлый и уютный – это самая малая часть восторженных слов, которые сегодня произносили маленькие новоселы, пытаясь описать свой дом по улице Васнецова. В правдивости их слов мог убедиться каждый, кто пришел на торжественную церемонию открытия нового детского дома семейного типа в городе над Бугом. Дети должны воспитываться в семье, это скажет любой психолог и педагог. Подарить воспитанникам интернатов и детских домов настоящее детство в настоящей семье – одна из основных задач и направлений социальной политики государства. И сегодня для шести ребят мечта о родительской любви и заботе воплотилась в реальность. Уютный, красивый, комфортный жилой дом для того, чтобы детки могли расти в семье. Это задача президент поставил перед всей страной – ликвидировать детские дома, чтобы дети могли чувствовать уют семейный и в них расти. Наверное, это будет правильно. Любые, как бы ни было, общежития, они есть общежития. А семья – это есть семья. Галина Николаевна и Сергей Михайлович Смагины – родители-воспитатели нового детского дома семейного типа вместе уже давно и имеют двух родных детей. Признаются, что на такой ответственный шаг взять под свое крыло еще шестерых маленьких ребятишек решились легко, так как оба чувствуют потребность дарить тепло и заботу и считают, что чужих детей не бывает. Я выросла в большой семье. У нас 6 человек вот в семье, у мамы 6 детей. Вот. Сестра у меня еще как бы примером тоже стала. У нее 3 своих сыновей. И вот уже 6 лет она воспитывает 8 приемных детей. Как бы еще это тоже подтолкнуло. Они уже видят нас своими родителями, вот поэтому, может быть, и вот так вот все быстро. Ну и, конечно, заботу. Они видят, как мы проявляем, как мы к ним относимся. То есть вот этого. И они нам отдают свою отдачу. Эта большая семья впервые собралась вместе всего несколько дней назад, но уже сегодня мальчики и девочки называют Галину и Сергея не по именам, а мама и папа. При этом произнося эти слова с особой гордостью и теплотой. И это самый главный признак того, что совсем недавно родилась не просто новая ячейка общества, а дружная и счастливая семья. Мне нравится этот дом. Потому что тут очень хорошая семья, очень хорошие дети. Мне понравилось очень, ну, вообще нравится здесь очень. И сейчас чувствую, ну, то, что дух праздника. Чувствую, то, что какой-то праздник. Открывшийся сегодня в городе над Бугом детский дом семейного типа является 32-м в области. Более 200 мальчиков и девочек по всему региону уже обрели, пусть и не родных биологически, но самых настоящих по степени любви и заботы родителей. И в полной мере ощутили тепло домашнего очага, дороже которого нет ничего в мире.